После первого матча мы очень радовались победе, я могу сказать так, это все-таки первая победа в Лиге чемпионов этого сезона. И много усилий было приложено к этой победе. Нужно было нам время сыграться, нужно было время почувствовать этот ритм игры. И поэтому я считаю, что с каждой игрой мы будем только прибавлять и прибавлять. Да, не из простых, но, знаете, лучше такой соперник, как ты готовишься к нему, настраиваешься, и ты проверяешь свои силы изначально. Поэтому я считаю, что все у нас еще впереди, все играют только на победу, и будем стараться.